Какой ответ? 1605. Вероника Иванова учится в 4 классе. Ментальной арифметикой девочка занимается уже 5 лет. В настоящее время осваивает 10 уровень цикла «Тайни ТОЦ». Я решаю умножение ментально трехзначные на двузначные. И мне очень нравится деление, как ментально, так и на бакусе. Ментальная арифметика входит в систему дополнительного образования Раменской школы номер 5. Именно на базе этого образовательного учреждения дети от 5 до 13 лет познают международную программу «Алоха». Они развивают свои умения, там, память, да, тренируют такую целеустремленность, внимание, все это тренируется. Все, конечно, тоже считают, но Андрюша говорит ответ. Хорошо? Давай. 2 минус 4, 5. 5. Отлично, умничка. 6. Маленького Андрея привела на ментальную арифметику старшая сестра Дарья. Сегодня они сидят за одной партой, осваивая разные уровни. Мы помогаем в школе. Я быстрее начала примеры решать задачи, и меня очень сильно математика повысилась. Раньше это был один из сложных предметов, и я очень туго понимала его. Но сейчас это для меня самый любимый и легкий предмет в школе. Алоха расшифровывается как обучение высшей арифметики с помощью абакуса. Это счеты, спицы и косточки которых ребята учатся передвигать в уме, совершая арифметические операции. Если детки приходят с 5 лет, то получается в первый класс они идут вот абсолютно подготовленные в плане математики, правильно? Ну, в арифметике они подготовлены, да, потому что все-таки это ментальная арифметика, это счет. Да, то есть математика это более шире. То есть, конечно, в школе им будет чем заняться. На математике они еще много чего узнают. Но вот счет, арифметика, это вот они уже будут готовы. В дополнение к 2 часам в неделю ребенок должен заниматься ментальной арифметикой Алоха дома по 5-10 минут в день для достижения результата. Я помню, как я делала домашнее задание просто в школе, а ко мне почти весь класс собрался, ко мне подошел. А что это ты делаешь? Мне спрашивают. Я говорю, домашнее задание по ментальной арифметике. Вероника – неоднократная участница всероссийских соревнований по ментальной арифметике. В настоящее время девочка готовится к региональным соревнованиям, которые проходят на базе Раменской школы номер 5. Екатерина Фролова, Андрей Пластунов, Андрей Минкин, Раменское телевидение.